Всем доброго времени суток, с вами канал Романикс, и мы в очередной раз едем с вами на коп. Сразу же хочу извиниться, что видео выходит на неделю позже самих съемок. Времени смонтировать совсем не было. Сегодня 2 августа, день Нептуна, или Ин день, кто как хочет, и день ВДВ. Всех поздравляю с праздниками. Итак, куда же мы сегодня едем? Мы едем в село Бокино Тамбовского района. Ну и немного об истории этого села. Впервые село Бокино упоминается в 1623 году как мордовско-русская деревня Тонбов на правой стороне реки Цны. Но после постройки крепости жители этой деревни переселили на левую степную сторону реки и объявили их казаками, поручив охранять вал. Приблизительно это произошло в 1648 году. С этого времени поселение стали называть Бойкино по характеру его жителей. Позже в написании и произношении исчезла буква «и» краткая, и получилось Бокино. В период восстания под предводительством Стеньки Разина в 1670 году село прославилось тем, что стало одним из опорных пунктов разинцев, откуда они и стартовали на свои набеги по окрестным селам. И вообще это село с очень богатым прошлым. Вот мы сегодня это и проверим. Мы приехали на место. Приехали без карты, без ориентиров. Будем пробовать просторы эти. Поехали. Так, друзья, первая находочка. Вот он. Это патрончик. Патрончик от пистоля. Так, что у нас тут? Война была, что ли? А? Революция. Так, что-то не фокусирует. Не фокусирует. Что тут у нас? Что тут у нас есть-то? Что-то вообще не видать никаких цифр. Маузер какой-то. Пистолет. Но это не современный. От чего, кто знает, почему, пишите. Так, пацаны, вот она лунка с патроном. А вот решил что-то проверить. Видите, что показывает? Неплохой сигнальчик. Вот тут копаем. Еще один патрон. Два рядом патрончика. Вот он. Вот он. И на этом тоже я ничего разобрать не могу. Так, сейчас я и этот достану. Вот они, два одинаковых. Два одинаковых патрона. Это от пистолета, скорее всего. Это я так предполагаю. Ну, а там кто ее знает. Кто-то тут пострелял в свое время. Ну, я думал, вообще тут не будет находок. Пока что-то начинает потихоньку попадаться. И вот опять. На солнышко. Абсолютно одинаковый сигнал. Прям вот они рядом лежат. Сейчас будем и этот подымать. Ну точно, вот он лежит. Вот он лежит. Третий. Три подряд. Кто-то тут хет-триком завалил кого-то, бля. Вот, все три пробиты, все три одинаковых. Может, тут стрельбич какой был. Ну что-то я не знаю. Может быть, это и современный, может, и не современный. Но не глубоко. Вот этот, по крайней мере, лежал не глубоко. Берем, что. Потом сдадим кому-нибудь. Посмотрим, может, что поинтереснее земля это нам даст. Тут вообще вот какое-то болото раньше было, что ли, или что тут пруд. Кого тут пруд, кого не пруд.
А, просторы. Ну чё, вот и четвертый. В первой лунке теперь. Так, вот. Чуть-чуть его мандякнул. Вот. Лопатой чуть-чуть ее засадил. Четвертый, ёпты. Кто-то тут хорошо популяхал. Ну надо же. Бля, лежал глубоко как. Почему так глубоко лежал? Может, тут какая окопа была? Ладненько. Уже четыре. Четыре штуки. О, у меня карман худой. Ёптать, это не он. Не эти я нахожу-то. А, нет, все нормально. Вот он, целый арсенал. Ну вот, из истории Бокина оправдывает себя. Если это старинные какие-нибудь. А может и не старинные, может тут как и... Ну и хрен знает, теперь как узнаешь. А! Ну ладно, поедем дальше. Так, пацаны, нашел пистолет своего детства. Вот такая хренотень. Помните, такую делали? Вот так загинается трубочка. С этой стороны забивается. Чем-нибудь заплющивается. Сюда вставляется так гвоздь. Этот я вряд ли выну. Вставляется гвоздь. И вот этот гвоздь вот так отодвигается. Туда набивается. Сера от спичек. Вот этот гвоздь отодвигаешь. Вот так он загнутый. Вот так вот до сих пор. А тут забито фольгой. А тут вот заплюснуто. И вот сюда от гвоздя вот до этой резинку натягиваете. Обычную, от камеры. Вот. И потом, когда гвоздь вот так вынимаете. И потом вот так стучите. Тюк. Гвоздь туда бьет. Сера загорается. И как будто выстрел. Называется пугач. И ну надо же. Единственный был нормальный сигнал. Я прям 100 пудов был уверен, что это монета. А тут на тебе. Ну, хрен бы с ним. С этим пугачом. Так, ладно, приедем другой день. Что-то сегодня не фартит. Друзья, ну-ка скажите, что за хер я выкопал? Не по войне ли я тут хожу? Случайно. Глянь какая. Что за боеголовка? Ну и дела. Что за херня такая? Что это такое может быть, мужики? Пожалуйста, кто знает? Скажите, а? От чего это? Не рванет ли она, блядь, собака? Ты смотри, какая гадость. Положу я ее тут на место, и пусть она тут лежит. Вот сюда вот мы ее на место закопаем. И вот так вот. Вот так прикроем. Все. Чик-чик. Если что-то интересное, приедем, заберем. Так, ребятки, ну что? Плохо сегодня, очень плохо. 4 гильзы и пол ведра всякой ерунды, которую я выкинул. Сейчас на обратном пути, вон там, где ребята, зайдем на пляж. Покопаем пляж. А вдруг кто что, потеряшки какие есть. Вот. Кто-то забыл лопатку. Во, смотрите, какого она размера. Вот моя туфля. А вот это. Видите? Это еще раз подтверждает, что я тут не первый. Иди сюда. Не копая. Вот смотри, уже поперли находки. Мы там ходили, блядь, патроны забирали. А? Есть, держи, Ваниш. Собирай копилочку к себе. Давай. Это мы не копая. Бери. Сейчас будем копая. Это хорошо. Не копая. Что мы так начали, да? Не копая вообще. Так, у меня карман худые, а то опять буду их ходить.
50 копеек. Сейчас на бензин соберем. Блин, что-то глубоко такое. Дальше уже земля идет. Что-то тут рядом. Блин, вот как без пинпоинтера. Подойди поближе. Меня там не слыхать. Блин. Да, блядь, да что ж такое? Что-то тут орёт. Пробка, наверное. Пробка, как всегда, блин. Ты глянь, рыжик, маза, фака, блядь, ты глянь, с камнями, алмазы или что это есть? Вань, глянь, мадамская. Вау. Вот это нихера, мы ходим, гильзы собираем. Ес. Первый. Раз. Раз. Глянь, Вань. Давай я отмою. Ты не потери, да я вообще отмою. Мы сейчас найдем. Есть. Первый. Фу, бля. Так. Ну нормально. Сходили. Так. Эти гильзы можно выкидывать нафиг. Чего мы их тут собирали? Кого патроны не выкидывай? Не выкидывать? Нет. Ля, ё-моё. Там вон он отмыл, не отмыл песок, он весь забитый. Ты глянь, вот это болтик. Нихера, я правда не понимаю, сколько в граммах. Скажи. Блин. Yes. Нет сразу сюда зайти, ходили туда столько. Сейчас 5 прошли. Все, хабарницу. Отлично. Супер, давай еще искать. Глянь. Дай, я иду. Давай, ты тоже копай свои. О! Покажи мужикам лопатку. Кто угадает свою лопатку, пишите под видео, кто потерял. Ваня, твоя лопатка, сигнал. Отходи. А может, отойди. Может, наверное, баба какая-то копала очень глубоко. Баба. О! Что-то я... Опа! Что-то я уперся. Отойди. Вот это что такое, Вань? О! Нет, кирпич. А, ё! О! Это коробочка.
коробочка от колечка. Кусок говна от вазелина. Ну-ка проверим. Наш коп подошел к концу. Я думал, будет совсем бестолковый коп. Вот находочки с пляжа, в основном пляж. Сегодня день Нептуна. Всех ВДВшников поздравляю. Олега Ермакова персонально. Олег, привет тебе и твоему каналу. Это наш пляж. Даже вот такая где-то была. О, даже вот такая копеечка попалась на пляже. Деньги не считал. Но самая главная находка — это вот мадамское колечко. Ох, как блестит, видели? Вот это супер. Вот это класс. Да, это первое золото. Спасибо Нептуну. Класс. Пошел по старине. Нашел чуть-чуть войны, да плюс еще вот такую красоту. Вот такая красотень. Ах, класс. Ну и мы решили отметить это дело все шашлычком. Ах, сейчас мы вот тут замутим. Еще раз всех с праздником, ребят. На этом мы закончим и будем отмечать. Всем спасибо. До новых встреч.